Друзья, всем большой привет! Привет гостям моего канала! Вы на канале «Просто наша семья». Я Ольга. Сегодня, как говорится, с корабля на бал. После стрима сразу принялась за готовку ужина. Хочу сегодня приготовить минтай с овощами и на гарнир отварить спагетти. Ну, вот такой вот сегодня я придумала ужин. Ну, давайте готовим вместе со мной. Вот такого покупала минтая. Сейчас разрежем, посолим. Пусть постоит пока я приготовлю овощи. Ну, я думала, тут 4 штучки, тут 5 штучек. Она такая не крупная, даже худовастенькая, можно сказать. Теперь разделаю. Я что-то думала, она уже чищенная. Она, оказывается, не чищенная. Я рыбку всю помыла, почистила. Сейчас нарежу на кусочки. Все, пусть пока лежит, просаливается. А я сейчас займусь. Лук надо почистить, нарезать. Морковку начистить, натереть. Пусть моя рыбка пока лежит, просаливается. Возьму вот 3 луковицы. Пусть будет побольше лука. Так, ну морковка у меня уже помытая. Сейчас я ее просто почищу. Так, ну вот столько вот я морковки возьму. 3 луковички. Так, морковку я сейчас перетру на терочки. На крупной, вот на такой. Так, ну вот столько вот у меня получилось морковки. Я думаю, достаточно, хватит. Так, ну теперь займусь луком. Перекрашу лук. Я думаю, полукольцем будет нормально. Теперь я обжарю минтайчика нашего. Взяла старенькую сковородочку, проверенную временем. Сейчас обжарю минтайчика. Так, а на вторую сковородку я включила. Сейчас обжарю здесь лук и морковку. Вот. Сковородочка. Еще чуть-чуть.
Всю рыбку я вытаскиваю. У меня пожарилась. Ну, маленькие кусочки, быстро пожарилась. Даже... Хочу немножечко еще добавить перчику. Лечо смесь сюда. Где-то ручку дели, не могу найти. Приходится прихваткой держать сковородку. Ну, уже отходит перчик. Сейчас еще чуть-чуть, пусть перчик немножечко приготовится и выключу. Подсолить я уже немножко подсолила. Буду вот такое вот варить. Пастерони. Попробую, что за спагетти. Первый раз такой взяла. 800 грамм, по-моему, 900 грамм. Вот такое вот сейчас сварю. На гарнир. Ну все, я думаю, зажарка наша готова. Сейчас буду позвоночки, наверное, слоями выкладывать. Так, ну начну выкладывать на дно рыбку. Немножечко туда маслечко налила. У меня соус. Опять рыбку. Ну, вот такая вот у нас вкусняшка получилась на ужин. Спагетти с рыбкой, с овощами в майонезном соусе. Аромат такой стоит. Приятного всем аппетита. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока-пока.